приступили к отделке парной. Здесь на этапе строительства нами был уже заложен дымоход с ревизией, с чисткой. Печь уже установлена. Она стоит на подиуме с приточкой. Приточка под печь. Дымоход. Пошел первый брус. Утеплено БСТВ картоном. Сформировали короб под форточку. Кладка берлаж вот здесь на 10 сантиметров дальше. Взяли короб, все утеплили. Здесь, наверное, вата в 6 слоев. Вот таким образом. Проводку освободили. У нас будет 2 абажура. Панно можжевеловое с подсветкой. Здесь будет панно из гималайской соли. Вот она у нас приготовлена. С подсветкой. И лента по низу. Сейчас идет монтаж вентиляции кубасту. Вот так это все у нас выглядит. Там вверху аэратор уже гудит, разгоняет тягу. Утеплили. Сейчас бруски поперечины. Кубаста собрана. Собираем на герметик огнеупорный. И еще скотчем. Ну, как бы с запасом прочности. Сейчас сюда ее монтируем. Запеним пеной. И продолжим обшивать эту стену. Также нами был сделан контрпотолок. Здесь еще контррейки под огнеупоров. То есть будет экран над печью.